Восхитительно! Привет, Милана! Ты что, учишься танцевать? Да, каникулы – это самое время для танцев. Тогда бежим! Я знаю, где танцуют самые волшебные танцы в городе. Хорошо, бежим! Сегодня на сцене хореографическая легенда о языке мира в постановке Алены Зыковой. Как считаете, танцем можно вылечить? Конечно, можно вылечить танцем. Во-первых, танец приносит радость. А любые позитивные настроения поднимают иммунитет и дают нужный заряд, энергии, настроение. Что такое благотворительность? Я считаю, это когда собирается большой концерт, туда приходят люди, которые дают деньги за, чтобы пойти. Билет, получается, дается кому-то, кто собирает это, потом эта куча собирается и отдается в благотворительный фонд. Когда дети танцуют, они просто танцуют от души. Там как бы собирают деньги на какого-то человека, тот, который чем-то страдает. Алена, скольким детям удалось помочь такими концертами? У нас было 6 концертов, это 6-й у нас. И мы помогли 6 детям. Вот такая любовь у нас.